Доброго времени суток и хорошего настроения. Всем привет. В прошлый раз мы прошли пролог и остановились вот на этом моменте. Мы должны пройти обучение. Что было в прологе, я так и не понял, потому что особо и поиграть-то не получилось, потому что там, по сути дела, большинство действий выполняли сами герои, я только нажимал на диалоги, вот выбирая варианты. И то даже не всегда выбирал варианты, но в какой-то степени мы очутились вот здесь, в машине, и нам нужно пройти обучение. Ну, давайте пройдем обучение. Давай, хуже не будет. Да, наверное, даже будет лучше. Повторение мать учения. Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Хорошо, 30 метров. Что нужно сделать-то? Так давай добежим медленно, что-то сидит. Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Хорошо. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. То есть, это еще... Мы в Мелитехе. Ой. Мелитех шифрует все через жопу. Да, жопа у тебя, конечно, прикольная. Зато маскировать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля. Пошел, пошел, пошел! Сейчас ты выложишься на этом фашистском празднике жить. Давай, попробуем. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Так, взять оружие. Хорошо, идем брать оружие. Так, какой-то пистолет... Ленингтон, как я понял, и... Блин, прицел-то неудобный, я его не вижу. Отдача есть. Я знала, что у тебя проблем не будет. Так. Может, тогда немного поднимем планку? Ну, давай попробуем. И... Да что ты... Ну, неплохо. Для начала пойдет, но надо будет что маленько... Ж, неплохо. Но учти, в реальном мире о, у мишени автомат. Будут пушки. Аякс. Так, берем. Что ты стоишь? Беги в укрытие. Так что? Чтобы присесть и спрятаться, нажмите S. А. S. Укрытие защитит вас от вражеского огня. Хорошо. Ну, давай, 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 расстреляй ему. Не даю ему шанс. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Ой, у меня еще и реаниматор есть. А где мне его взять? Так, реаниматор мы вот забираем. Так, это что такое? Берем взять. Так, применение расходуемых предметов. Полученный расходуемый предмет автоматически помещается в свободную ячейку быстрого доступа в снаряжение. Нажмите X, чтобы восстановить здоровье. Хорошо. Так, что-то я себе кольнул, это уже интересно. Дальше что? Мало что ли? Если готов, иди в тренировочную зону. Идем. Так, чтобы сменить оружие, так, 1, 2, 3, 4 или скролл. Он решил захватить с собой друзей. Уходи, уходи, прячься. Так, колем. Так, здесь мы... Угу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. То есть тут пострелять надо еще, да? Блин, я не вижу нифига. Прицел, вот это для меня. В настройках надо будет посмотреть. А есть в настройках прицел? Подожди-ка. Так, видео интерфейс. Так, отображение урона на цели. Та-та-та-та-та-та, где мини-карты? Где прицел какой-нибудь есть? Включено. Прицел включен, это, конечно, хорошо, но мне от этого не легче. Да блин, их вон сколько так, подожди-ка. Так, а где смотрит? А, за здоровье у нас в правом верхнем углу. Так, стоп, я даже... О, я прицелился смогу. Есть. Осталось чуть-чуть. Так, он вблизи подходит. Так, нормулики, жить можно. Есть, подбил. Вроде бы да. Все. Так, тихо, так поудобнее будет дострелять, чем... Во! Так, все. Хорошо, Ви. Разобрались маленько со стрельбой. Так, что-то что дальше такое? У нас по списку взлом.
Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. Ну давай учиться. Вроде бы со стрельбой более-менее понятно, хотя прицел вот тот, который от бедра, не очень заметен. Поэтому будем стрелять, в общем-то... Да что это такое? Пистолет можно взять? Так, сканирование. Чтобы провести сканирование, зажмите Tab. Сканер подробностей. Предметы, которые относятся к заданию, подсвечены золотым. Просканируйте два таких предмета. Сканер подсвечивает интересные объекты вокруг вас и предоставляет о них ценную информацию. Хорошо. Ну, что нажать-то? Что это с руками у тебя? А, сервер взрывоопасно. Сбой, перегрузка. Так, взлом, Z. Давай. А, нельзя. Ну давай еще комп. Компьютер. Захват, сбой. Ну хорошо. Угрозы обозначены красным. Устройство, которое можно взломать, подсвечено зеленым. Там вон что-то зелененькое есть. Объекты, с которыми можно взаимодействовать, очерчены голубым. Так, чтобы закончить сканирование, отпустите Tab. Хорошо. Ну что ж, в этом модуле объясняется, как применять технические средства в боевой обстановке. Ну давай. Господи, на языке мануалов даже хакинг. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Давай попробуем экран хакнуть. Экран нашел. Так, взлом. Так, здесь, поскольку у вас есть кибердек, вы можете выбирать скрипты и их цели во время сканирования. Отправьте скрипт отвлечение врагов, чтобы сбить с толку охранника. Чтобы просматривать доступные скрипты, используйте Q или скролл мышки. И E или скролл мышки. Так, короче, Q, скролл мышки, стрелка вверх. И E, скролл мышки, стрелка вниз. Так, нам нужно что сделать? Отвлечение врагов. Жмем. Так, не понял. Взломать телевизор, чтобы отвлечь врагов. Хорошо. Отвлекли. А, Z надо нажать, да? А, запустить TF нашел. Все. Как это заблокировано? Быстрый взлом. Время действия. Значок на взломном устройстве показывает, когда закончится действие скрипта. Теперь устрани его по-тихому. Чтобы присесть, надо C нажать. Так, приседем. Передвигаемся бесшумно практически. А что дальше-то нажать-то? У нас есть пистолет. Ну все, он твой. Устраняй его. А, мы драться должны, подожди. Нет. Давай сначала. Так, что мы должны сделать? Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Хорошо, отвлекаем охранник. Экран. Так, выбираем отвлечение врагов. Жмем F. Отпускаем. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Так, подожди, как я устранить-то его должен? Ну все, он твой. Устраняй его. Да пойдем. Нет. Давай сначала. Попробуй аккуратно хакнуть экран. Хакнем, не ссы. Чтобы отвлечь охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. А, нет, вот нет, как. Нет. Давай сначала. Тут надо... Все, увидел. Тут надо подойти, там будет тэп схватить, и вот тогда он устранится. Иди в жопу, блин, овца. То есть одно дело бить, другое дело там ухватить. Охранника. То есть нужно увидеть F, а я это не заметил. Теперь аккуратненько приземляемся. Идем. Хорошо. Подходим. Ну все, он твой. Устраняй его. Во. Так, убить и совершить несмертельное обезвреживание. Да давай. Что-то я не то сделал.
В нашем деле главное не оставлять никаких улик. Так, поднять тело. Особенно человеческие. Хорошо. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. А куда его спрятать? Все. Оглушив и улюбив врага, вы можете спрятать его тело. Это снизит вероятность того, что вас узнают другие враги. То есть о нас не узнают. Хорошо. Что, его сюда, что ли, выбросить? Ну, нормально. Отлично. Тело спрятали. Еще один. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. На. Что-то я его... Сразу. Все, я смотрел там на мышку-то. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Ну, попробуем. Я-то смотрел на кнопки мышки справа, а на F не обращал, которые на нем появлялись. А в реальном времени... Так, так, быстрый взлом позволяет перехватить управление разными устройствами с помощью скриптов. Зажмите Tab, чтобы включить сканер и направьте его на камеру. Хорошо. Камера. Так, F. Контроль камер. Ух ты, далее, да? Быстрый взлом. Сложные скрипты. Сам сложные скрипты позволяют вам использовать в своих интересах элементы окружения даже врагов. Хорошо. Быстрый взлом. Вы можете взламывать устройства и врагов, даже если управляете камерой или турелью. Зажмите Tab и посмотрите на одного из охранников. Ну, зажал. Смотрим. Так, взлом протокола. А, стоп, смотрите. У вас не хватает очков памяти, чтобы отправить скрипт «Взрыв гранаты». Взлом протокола оказывает эффект на всю сеть. Выполните его, чтобы уменьшить затраты памяти на все скрипты. Давай попробуем. Так. Взлом протокола. Время действия уязвимости. Для отправки демона ледокол нужно воспроизвести последовательность его элементов, выбрав их в матрицу. Выбранные элементы появятся в буфере обмена. Так, последовательность. Чтобы отправить элемент в буфер, выберите его из подсвеченного столбца и ряда и нажмите F. Так, нажимаем C, смотрим. 55. Из матрицы выбрали еще 55. БД. И еще раз 55. Погнали. Взрывай гранату. А где я гранату возьму? Стоп. Быстрый взлом. Так, зажмите Tab. Ага. Нажмите Tab и наведите указатель на одного из охранников. Отправьте скрипт «Взрыв гранаты», чтобы одновременно обезвредить обоих. Так. Взрыв гранаты. F. И. Присесть. А, приседать не надо, да? Так, отдалить. Приблизить. Тут даже вот скроллом можно отдалить, приблизить. Так, хорошо. Чтобы отключиться от камеры, нажмите C. Видишь? Надо Вижу. Было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитихе. Ну что ж, мудрый командир привел тебя прямо к победе. Займи место на подиуме. Хорошо. Отлично. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Ну Или давай. Можно закруглиться, если хочешь. Нет, давай так пройдем. На улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Так, базовое обучение пройдено. Вы завершили обязательную часть обучения. Вводите... Мы начинаем или как? Выйдите через дверь, если хотите покинуть симуляцию. Или узнайте больше об игровом процессе в дополнительных модулях. Нет, мне нужно пройти следующие модули. Начать обучение. Скрытность, да, у нас? Хорошо. Так. Сначала немного поработаем на твоей скрытности. Давай. А куда идти-то хоть? Отметить. Чтобы провести сканирование, зажмите Tab. Хорошо. Так, чтобы отметить врага с помощью оптического киберимпланта, посмотрите на него и нажмите мышь. Отметил. Отметил. А сюда еще... Так, и вот этого надо, да? Все. Враг, который не догадывается о вашем присутствии, будет жить своей жизнью. Найдите закономерности в его поведении. Примените полученные знания, чтобы незаметно пройти мимо. Выйти на полигон. Блин. Это понятно, что опасная зона... А, я могу...
присесть. Так, если вы попадете в поле зрения врага, у него над головой начнется заполняться индикатор тревоги. Спрячьтесь, чтобы вас не обнаружили. В укрытие, быстро. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Легко сказать. В общем, тут у нас этот, как его называется, стелс идет. Да? Не высовывайся, Ви. Это я понял, что... Смотрел вирты про ниндзя. Стань невидимым. Успел. Супер. Молодец. Успел. Следующую зону. А здесь что, камеры? Вижу камеры. Так, обращайте внимание на элементы систем безопасности, такие как турели и камеры наблюдения. Они могут активировать сигнализацию и выдать ваше месторасположение. То есть местоположение. Хорошо, местоположение нам не надо, чтобы нас... Теперь то же самое, только выдали с камерой, да? Выделили. И еще одна камера. Вражеские камеры, которые могут вас засечь, сканируют пространство с помощью оранжевых лучей. А дружественные с помощью зеленых. Камеры распознают движущихся людей, но не засекают шум. То есть опять надо присесть, да? Идем. Тренировка не окончена, солдат. А, нам туда надо пройти, да? Так, это, конечно, хорошо, но нам-то от этого не легче. А, шум они не засекают. Ой. Отлично, размялись. Все, прошли. Встань на платформу, чтобы выйти из симуляции. Где платформа? Все. Окей, дальше у нас продвинутые приемы боя. И на этом будем закругляться. Продвинутые приемы боя, это, конечно, хорошо. Мы сейчас будем драться, да? Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бою. Ого. Устрани вот этого. Только под руку ему не попадись. Нажимаем Tab. А что надо делать? Просто выйти на арену? То есть взламывать ничего не надо? Ну давай. На. Давай, ты сможешь. Схватить врага опять надо, да? Хорошо. Спрыгиваем. Потихонечку. Должна клавиша, да? Подкрались. Эп. Схватили. Захват сильных врагов. Враги, чей уровень значительно превышает ваш, отмечены значком черепа. Они быстрее вырываются из вашего захвата и представляют для вас большую угрозу. Будьте очень осторожны, вступая с ним в бой. Подождать указаний. Ну, я подождал указаний. Дальше-то что делать? Ну, це. Ну, ладно, хватит. Подыщем кого-нибудь из твоей весовой категории. Ё-моё. Чтобы совершить быструю атаку, нажмите левую кнопку мыши. На. Ты нифига себе, Тайсон какой желтый попался мне. Так, да мы нажимаем уже. Так, чтобы выполнить комбо из быстрых атак, нажимайте левую кнопку мыши до того, как завершилась предыдущая быстрая атака. Хорошо. Ой. Сильные атаки. Чтобы накопить энергию для сильной атаки, зажмите левую кнопку мыши, чтобы ее выполнить, отпустите. Хорошо. Давай. Где ты? Какой харя ты? Я же тебе покажу сейчас. Промахнулся. Блин, скотина. Так, выносливость. Вы расходуете выносливость, атакуя врага. Расход выносливости зависит от типа атаки, быстрая или сильная.
Текущий уровень выносливости отображается в виде желтой шкалы вверху экрана. Так, попасть по врагу сильной атакой. Так, попасть по блокирующему врагу быстрыми атаками 3 раза. Враг поставил блок, попробуйте его ударить. Ни хрена себе, где враг? Поднимем сложность с низкой до нормальной. Следующий дебил будет блокировать твои удары. Да, но мне от этого-то не легче. Противодействие блоку. Быстрые атаки не наносят урона блокирующим врагам. Пробить можно только сильным ударом, да? Нажимаем. На! Давай еще разок. Заблокировать. Чтобы поставить блок, зажмите правую кнопку мыши. Хорошо. Теперь сбросим скорость. Надо будет не бить, а блокировать. Да ладно, и бить надо. Лучшая защита — это, блядь, нападение. Вы расходуете выносливость, когда блокируете атаки. Если ваша выносливость упадет до нуля, вы не сможете блокировать. Отлично, только я уже заблокировал. На, нахер. Заблокировать 2 сильные атаки. Враги могут пробить ваш блок сильными атаками, но и вы можете пробить их блок точно так же. Ну это хорошо, конечно. Да, блин. Противодействие блоку. Что-то я так и не понял. О, один раз ушел. Точнее, заблокировал. Ну давай, бей, что ли. Все, заблокировал. Так, повторить атаку. А, парировать атаку врага 2 раза. Чтобы заблокировать удары, автоматически контратаковать, нажмите правую кнопку перед тем, как получить удар. Отлично. Этот дебил теряет точку опоры, когда замахивается. Пользуйся этим. Подходи и бей на опережение. Да это хорошо, конечно, на опережение. На. Тихо себе. Ты понял? Так, стоп. Вот. Да нифига себе, тебя так быстрее добьет. О, есть один сломил. Как же тебя тут... Блин, мне проще тебя так отмутохать, чем... Ну, ладно. Требуется, значит, будем бить. Так, стой. Да нифига себе. Есть. Так, подожди, ты где? Надо подловить момент. На. Да блин, мне проще так. Есть. То есть все-таки надо тайминг отрабатывать. Так, чтобы уклониться в желаемом направлении, 2 раза нажмите WSAD. Хорошо. А вот это было хорошо. Да нифига себе. Ви, этот дебил вообще не должен по тебе попадать. Да, это хорошо. Так, отлично. Обезвредить врага. Победить врага, применяя все изученные приемы. Да блин, хорошо. Ты прошел путь дебилов, мой юный ученик. Путь дебил я прошел, да? Настало время пройти последнее испытание. Так, подожди, подожди, подожди. Где ты? На. Все, в табло дал. Теперь перейдем к холодному оружию. О, бери катана. Меня. Где, где, где катана? О, катана — это поинтереснее. Берем. Зашибись. Обезвредить врага. Изученные приемы ближнего боя можно применять с оружием ближнего боя, например, с катанами. Я тебя все равно, блин, так раскромсаю. Тоже мне, блядь, защита. Хорошо, теперь покажи, чему ты научился.
Вам предстоит победить врагов уже встречных во время обучения. На этот раз вы можете пользоваться любым имеющимся оружием и кибердекой. Это, конечно, хорошо. Так, идем на полигон и будем смотреть дальше. Обезвредить всех врагов. Ни хрена себе! А мне... Да, блин. Что ты... А, надо вот так стрелять. Ах, блядь. Убивище, блядь. Так, вот тут... Побежали быстрее, ребят. Нахуй, рассеку, блядь. Слушай. Где еще один остался? Так. Так, харе, харе, харе по мне стрелять. Да, вот так вот теперь можно стрелять, да? Так, обезвредили. Ну, не то чтобы чисто. Давай на платформу. Давай на платформу. Что там у нас дальше будет? О, тёлка. Ну. Удачи, Ви. 35 метров. А, нам туда надо выйти. А, то есть обратно с полигона. Ну, нормально. В принципе, вот так вот неплохо было бы еще бы потренироваться разок. Есть возможность или нет? Ну как? Заебись. Можем заняться настоящим делом. Выйти работа не ждет. Хм. Ну, что я думаю? Наверное, обучение я прошел, а делом займемся уже в следующем видео. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.